Эмма Ивановна, расскажите, пожалуйста, какие виды исследований можно провести у вас в лаборатории? У нас, кроме наряду, вернее, со скрининговыми исследованиями мочи и крови, проводятся биохимические исследования по 16 параметрам, маркеры воспалительных процессов количественно. Это позволяет диагностировать своевременно такие серьезные заболевания, как пневмония, как острый инфаркт миокарда, острый пиелонефрит, ну и различные другие воспалительные заболевания. И своевременно и грамотно пролечить при необходимости человека. Эмма Ивановна, что бы вы порекомендовали нашим зрителям? Уважаемые гости, приезжайте в наш санаторий. Наряду с лечением физиотерапевтическим вы сможете получить объективную оценку лабораторную о состоянии вашего здоровья, которую можно сравнить, проанализировать и приложить своевременно какие-то нужные мероприятия.